у нас собрало такие ворота. Оп. Красота. Это она открытая. А вот вторые такие же. И вот мы закрываем их. Вот. Замечательно. Теперь посмотрим механизм. Тут, соответственно, рычаг. Ролик. Вот он. Пошел на открытие. Оп, оп. Пошел. Вот. Посмотрим, что у нас здесь. Ролик в швеллере. Штопор. Вторая сторона. Закрывай. Вот, пошло, пошло, пошло. Оп. Все закрыто. Механизм работает. Вторую можно закрыть? Или нет? А, ну... Так, хоть немного, просто чтобы видно было. Вот она вторая. Оп. И готово. Вот такие ворота у нас получились. Длиной по 3,60.